ты молчи, у меня есть на свете мои трубачи, их отправил в поход, и доверил им я три трубы, три звезды, три коня. Я в приказе своем трубачам приказал, чтобы имели их трубы свои голоса, чтоб раскрашены были в такие цвета: цвет зари, цвет весны, цвет мечты, цвет огня. Если враг подползет и ударит в ночи, на высокую площадь зайдут трубачи. Все четыре стороны ясно видны: где гроза, где беда, где враги, где свои. Заиграют они и разбудят рассвет, и окрасятся трубы в малиновый цвет, и любую беду отведут от меня. Цвет зари, цвет мечты, цвет огня. Я в приказе своем трубачам приказал, чтобы имели их трубы свои голоса, чтоб раскрашены были в такие цвета: цвет зари, цвет весны, цвет мечты, цвет огня. Белогвардейские банды Югенича вновь подняли голову и перешли в наступление. Враги решили воспользоваться тем, что основные наши силы переброшены на Южный фронт. Они рассчитывают ворваться хотя бы на несколько дней для кровавой расплаты с ненавистными им питерскими рабочими. Фронт находится всего в 40 верстах от города. И в наших руках, товарищи, наша судьба, судьба наших семей. Кутя, ты почему здесь? Станем как один. А Фомич уходит на фронт. Родного города, дорогого. Как? Пролетария всего мира. Он же... Мы гораздо сильнее врага. Будем биться... Он же совсем... ...на последней капли крови, товарищ. Совсем старик. Будем никуда не уходи. Пойти до конца. Победа недалека. Победа будет за нами. Товарищ командир, сын у меня. Ну, ну прямо беда, просто не с кем оставить. И матери нет. А лет сколько? 10. В вашем распоряжении ровно час. Через час выступаем. Жди меня здесь. Давай цветов нарвем. Ну, неудобно. Ну, ладно, ну, неудобно пошли, же. Пошли. Так, хорошо, крепче, 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 держись так. Так. Не наступай на уши. Господи, стыд-то какой! Давай ее скорее сюда! Давай скорее! Николай Сергеевич. Я уже был здесь. Попридержи. Николай Сергеевич, к вам тут студентик какой-то. Юнкер?
Как вы посмели явиться сюда? Николай Сергеевич. Да неужели вы думаете, что это по-прежнему ваш особняк? Но Виктор, мой брат, он авиатор. Он сбит над Гатчиной. Вы же знаете. Я получил известие. Он ранен. Село Панёво. В Гатчине скоро будет генерал Юденич. И забудьте сюда дорогу, иначе вас шлепнут. Ну, бегите, бегите быстрее. Ça m'a attendu, monsieur. Il ne faut pas prêter attention à cela. Va, bourgeois! Хвоста привел, сволочь! Я видел, это мальчишка. Так уберите мальчишку. Куда? Куда хотите, здесь штаб, здесь нельзя. Что вы стоите остолопом? Пань Юденичу! Ну как, не попали в Юденича? А вы кто? Вольный стрелок. У вас есть из чего стрелять? Можно подержать? Как вас зовут? Котя! А как вас? Меня зовут Икар! Сделай отец мне крылья из перьев, из воска и ниток длинных. Да? А вы забавный молодой человек. Я артист. И еще сочиняю стихи. Наш театр едет на фронт, а меня не берут. На фронт? Когда на фронт? Прямо сейчас, с Георгиевской. А вы уже летали? Один раз. Но еще полечу. Возьмите меня с собой. Я бы тоже хотел быть артистом и поехать на фронт. А потом вместе полетим на аэроплане. Честная, благородная. Рука. Котя! Котя, куда ты пропал? Ну ты же видишь, что я сама еле ноги волочу. Да он будет помогать. Он и в очереди постоит и подметет. Ну. Да. Ой. Нет. Нет. Ты уж не обижайся на меня, на старую тетушку. Нет. Нет. Ну что же мне с тобой делать, а? Возьми меня с собой. Здравствуй, брат. Чуть свет, я на ногах, а ты уж за едой. Прекрасное изобретение революции. Суп из воблы. Кареглазки. А разве у воблы кареглазки? Ты Шурик. Нет, меня зовут Котя. Понимаешь, брат, я уезжаю с театром на фронт. Не с кем оставить. Беспризорник! Я, брат, один. Жена удрала от голода на юг. Так что, сам понимаешь. Да. Значит, возьмешь меня с собой. А когда отъезжают? Через 10 минут. А кормить будут? Харч какой? Паёк солдатский. Да постой же! Погоди! Ах ты, чёрт! Ну-ка, дружья, держи! Иди, иди, шлава! Штатцы, ко мне! Подровняй, подровняй! Ну как? Раз, два, три, четыре. Не влезем.
Я говорю, работа как! Настоящий хутур, а? Настоящий хутур. Скажите, а вы лошадьми управлять умеете? Я не конюх. Он пришел! Он умеет! Он умеет! Помнишь, я тебе говорил? Возьмем его с собой. В самом деле. Будьте так добры. Молодец. Ну-с. Ну? Эй, музыка! Ну что тут у вас? Сажайте людей к артиллеристам. Сейчас выступаем. Головой отвечаешь. Не упадешь? Я суфлер, мое место под сценой, куда же мне падать? Все. Все. Нет. Ты что, батя? Не все. Степа. Ну. Не густо. Ты артист? Артист. На голове стоять умеешь? Нет. Ну, огонь глотать? Нет, не умею. Зато я стихи сочиняю. Вперед, товарищ! Труби в трубу! Красногвардейцы, все на борьбу! Скажите белым, наш край не тронь! Гремите пушки, огонь, огонь! Яшечкин. Макароны, спагетти, шкварки. А язык? Язык в сметане. Полк! Полк! Слушай команду! Что дальше? Шагом марш! Шагом! Я вам не плотник, я. Занимать надо. Нога, нога! Да я чему не держали? Я так и знал. Вот все в порядке. Я всегда говорила. И вы, а диагем говорил, и с почки. Я не в том смысле. Левей, левей! Ладно. Крику-то было. Вот что. А, по-моему, здорово. Хутор. Слов нет, да, брат. Все это пьеса. Великолепное приключение.
Правоподобно. Футур! Правильно я говорю, молодой человек? Ну да. Нет, это не приключение, Степа. Это революция, понимаешь? А ей нужно новое искусство, ну пойми же это. Вам билет до Москвы. Вам билет до Крыма. А вам куда? Мне. А мне билет до станции, где не стреляют в людей. Где есть хлеб, сахар. И где актеры выступают не на вокзалах. И не в юбках из портьеры. Есть такой... Проходи. 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 С пулеметом нельзя. Что, с винтовками можно, а с пулеметом нельзя? Вы бы еще на тачанке поехали. Какая тачанка, батя? А ну, братва, помоги. Это незаконно этот. Господи, на что же это делаете? Да только стой и самое главное не волнуйся. А все остальное я сделаю, хорошо? Ну, пошли. Артисты просят тишины! А где же парнишка-то, который песню-то складывает? Потом. Ударим по Юденичу пролетарским искусством! Товарищи! Товарищи, сейчас мы вам покажем пьесу из жизни революционной Франции под названием «Знамя революции». Автор пьесы? Я. В этой пьесе восставшие пролетарии города Парижа штурмуют королевскую Бастилию. Ждем подкрепления. Победа за нами. Пусть мальчик поднимет трехцветное знамя. Как можно ребенка подставить под пули? Не дремлют стрелки короля в карауле. Пусть знамя народа над улицей реет. Ребенка вперед, и король не посмеет. Эй, маленький Пьер, подходи к баррикаде. И знамя держи. Как солдат на параде. А гребень забраться ему помогите! Смотрите, он держится смело! Смотрите! Сейчас найду! Thank you.
тебе говорят? Я за тебя головой отвечаю. Господа, не стреляйте, здесь свои! Приехали. А что ж теперь будет? Ничего. Ночевать будем. Но! Яшечкин. Вы не спите? Я в карауле. А ты чего? А я тоже в карауле. Оно же не настоящее. Все равно. Папа говорит, что оно искусством освящено. Яшечкин, вы любите воевать? Нет. Зачем же тогда воюете? Так ведь Питер-то защищать надо. А воевать кто любит? Я сено люблю косить. А вот если все зависело от вас одного, вы бы смогли? Чего смог? Ну, один за всех. И никому больше погибать не надо. Сразу победа. Вы бы смогли? Так не бывает. А я бы смог. Честное, благородное. Я бы встал и пошел. Только знать, что сразу победа, тогда не страшно. Да. Всегда страшно. Нет. Когда знаешь, что не зря... Ладно. Рано тебе еще об этом думать. А разве можно запретить себе думать?
прочим, твой фургон напугал меня до смерти. А у красных это пропуск. Я везде проезжал. Да. Видел твой самолет. Что, без охраны? Один часовой. Помоги. Зачем? Не надо. Скоро здесь будет генерал Юденич. Николай Сергеевич сказал. Николай Сергеевич? Ну да. Он штабная крыса. И запомни, ожидание — это смерть. Отец, мама, где они теперь? Переждать хотели. А твой фургон нам поможет. Что? Проспал волю-то, а? А малый при нем чудной. Да свои мы. Со станции. От белых ушли. Далеко ушли. Яшечкин. Ну, чего ты? Это белые? Да нет. Свои. Где Борчука взял? Артист он. Из революционного театра. Значит, стоишь на том. А кто тот? Кто тот? С флагами, со звездами на фуре. Где он? Где? Замри, дитё. Где? Скажите. Так. Но, малой. Прочесать лес. А этих двух на батарею к Прохоренко. А ну, шагай, артисты. Новый инлет. Непривычно. Кобыла, это тебе не ероплан. Привез-таки. Это кто? А для машины, для аэроплана, который у белых подбили. Кому нужно-то? На земле войны мало. У белых-то есть, и нам надо. А кое-что на нем. Глядь, как на рыбе, весь чешуе. Здравствуйте, товарищ. Здорово. Здорово. Чудно. Товарищ Прохоренко! Товарищ Прохоренко, двоих поймали. Где? В лесу. Артисты, говорят. Кто? Артисты. Ну и что, что? Проверить бы надо. Подозрительные очень. Особенно Манчонка. Артист, значит. Артиллерист я. Здрасте. А вы с аэроплана? А ты откуда знаешь? А у нас в театре есть такой шлем. Только без очков. А где он, этот ваш театр? На станции остался. Кажется, я этого мальчика в Питере видел. В театре. Эй, парень, иди сюда. Артист, говоришь? А солдат с тобой? Да. А ну-ка. Покажи, как ты там представляешь. Лес смотрели? Тихо. Вот плохо, что тихо. Угу. Запереть этого! Зачем? Ну, спокойно. Да некто отдай!
Твоя? Не надо. Давай, давай. Ты. Ударим по Ильдиничу пролетарским искусством! Мы вам покажем пьесу из французской жизни. Знамя революции. Автор пьесы мой папа. Восставшие пролетарии города Парижа штурмуют королевскую тюрьму Бастилию. В зале тишина. Горят факелы. Вон там идет артист Степан. Вот с таким пузом. А вон там мой папа. В руке у него старинная винтовка. А вон там артистка Нина. В руках у нее два пистолета. Идут, идут все, все! Бьют барабаны. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вы смотрите, смотрите! Вон там королевская тюрьма Бастилия. Вот здесь баррикада. И тут разгорается бой. Вон, головой ручаюсь. Угу. Побереги голову. Мы ждем подкрепления. Победа за нами. Пусть мальчик поднимет трехцветное знамя. Слышь, это я его нашел. Можно ребенка подставить под пули. Не дремлют стрелки. Короля в карауле. Готовиться к атаке. Только чтоб тихо. Тихо сказано. Наши! Где? Конница. Идут на батарею. Скорее в твой фургон. У меня, слава богу, две бомбы есть. Эй! 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 Пошел! Эй! 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 На гребень подняться. Ему помогите. Смотрите. Он держится смело. Смотрите. И тут бах, бабах, бабах. Стреляют гвардейцы короля. Я ранен вот сюда. Ребенка стрелять и король не посмеет. Друзья, наше знамя пробитое реет. Белые! Белые! Не с места! Играй, артист, играй! Друзья, наше знамя пробитое реет. Но стало оно непокорным и властным. От крови трехцветное сделалось красным. Играй, артист, играй! Много осталось. По-моему, парень, твоя работа! Думали врасплох! Огонь! Эй, артист, выходи, больше я к тебе претензий не имею. Не артист я, артиллерист. Артист. Артист. Все, гони! Ну! Кто такие? Это фургон героического рабочего театра. Гляди, за нашим артистом приехали. Хорошо, под белых не попали. Игар! Как я рад, что вы нас нашли. А мальчишка не испугался, артист. А вы папу не видели?
Не, товарищ Прохорел, дайте мне людей, я подготовлю аэроплан. Нет у меня людей. Видишь, что творится? Ну, товарищ Прохоренко, а что же делать? Лететь-то надо. Разрешите, я вам помогу. Вот, бери артистов. У них и транспорт есть. Будь здоров. Я сделаю все, что надо. Работы много. Не боитесь? Да нет. Яшечкин! Да пошли. Икар вернулся. Икар? Да. Пока он артист, а потом будет военлетом. Как вы? А на аэроплан взглянуть можно? Ну, конечно. Нельзя. Не спамши. И емши. Опять же, вот, одежда неисправна. Нельзя так нельзя. Котя! Вот что, идите в крайнюю избу и заночуете там. Я тоже там заночую. А завтра утром перед полетом я разбужу вас. А как же Икар? Я у самолета заночую. Ночуйте с нами! Нельзя же оставлять лошадей! Они-то еще белым себя покажут. А парень молодец. Машину голыми руками хотел остановить. Шульга, свезете на станцию. Есть на станцию. На станции же белые. Ночью отбили. Ну, трогай.
Котя! Голые да босые. Котя! Детишки среди них. Папа! Котя! Мальчик мой. Папа, почему ты не встаешь? Ты ранен? Да, да, немножко. Тебе больно? Мне стыдно. А мне не стыдно! Нас били шампалами. Слышишь, мальчик? Я горжусь этим. Я презираю эту белую сволочь. Мне за мое искусство никогда так высоко не платили. Я с твоим отцом раненый, раненый, как каждый из них. Следующий, как Яшечки. Кто это? А? Кто это? Один человек. Он меня спас. Они с Икаром тоже ранены. Ага. Ну, а ты? Ты-то? Ты здоров, ты сыт? Да. Знаешь, папа, я на фронте играла в спектакль. Все хлопали. Правда? Неужели правда? Понравилась пьеса, да? Очень. Мы взяли в плен 20 белых. Следующий. Папа, я сейчас. Куда? Котя, куда? Скоро, что ли? Яшечка, Яшечка, почему вы молчите? Ну, скажите хоть что-нибудь. Яшечка. Сюда нельзя. Но там мои друзья и Кара Яшечки, мне надо сказать. После скажешь. Но мы сейчас уезжаем. Тогда напиши записку, я передам. Жаль работу оставлять. Все-таки футур. Эх, молодой человек, я здесь оставляю нечто большее. Чего? Свои иллюзии. Котя, нам пора. Папа волнуется. У вас нету красного карандаша? Только вот это. Я во втором вагоне. Запомни! Не потеряйся! Помогите, люди добрые. Что случилось? Да заблудился я. Утро больно раннее, спросить не у кого. Вот, место тут обозначено. Георгиевское. А как пройти, не знаю. Да тут стихи. Ты неграмотный. Жил Яшечкин отважный. Ты что ли? Товарищ боевой. На третьей батарее сражался как герой. Ишь ты. Он шел под пули смело, от страха не робел. Из пушек бил по белым, снарядов не жалел. И с ним один мальчишка сдружился навсегда. Он спас того мальчишку, когда пришла беда. Слушай, пошли с нами. Мы как раз туда, на Георгиевск. Верно.
здесь? Я чуть не погиб. Ты бросил меня. Наши разбиты. Я шел. Один. Я ничего не понимаю. Что происходит? Скажи мне правду! Я вернулся. За тобой. Наш дом. Знаешь, как замерзают? Клонит сон. Идти надо. Бежать, орать. Предметы мы одушевленные. В детской куча оружия на любой вкус. Я тебе наган подберу. А люди есть, придут. Драка еще будет. Ботинки у тебя крепкие. Это хорошо. Ты правды хотел? Ненависть. Вот и вся правда. Посмотри в глаза. Боишься? Это даже хорошо. Подожди. Значит, буржуй.
Знаешь, кто я? Жорж Борман. Нос оторван. Вместо носа папироса. Давай еще. Кресло ему! Я могу! Только не сейчас и не такое! Давай другое. Толстый белый генерал очень громко заорал. Не пришел сегодня твой парнишка? Может, раньше был? А ты в округе поищи. Мальчишки, они всегда по дворам бегают. Может, кто и подскажет. Ладно, бывайте. Красный Питер будет белым. В рабочие полки ощетинили штыки. Толстый белый генерал. Это Котя. Ему 10 лет. Он пишет стихи. Да. Ты что, блаженный? Как ты мог его отпустить? Уйдем отсюда. Дурачок. Куда? Дома явка. Оружие. Мне надо отлежаться. Конечно. Вернись! И как хочешь! Не могу. Я ему объясню, он поймет. Он верит мне. Повезешь его на трамвае до конечной остановки? Нет. Там поговорим. А? Все будет хорошо. Он мне верит. Вот увидишь. Он сделает все как надо. Thank you.
это вопиющее безобразие! Потомственный артист! Он не артист, он ребенок! Он артист! У артистов нет возраста! Что ты из всего строишь трагедию? Придет спектакль! Он ведь никогда не опаздывал. Стой! Пусти! Пусти! Именем революции пусти! Ну куда ж ты по ногам-то? Папаша, гони без остановок! Зачем мы сюда приехали? Здесь же никого нет. Он ведь может убежать. Ну и что? Но он же белый. Кто это придумал? Белый, красный. Революция? Зачем? Чтобы отличить друзей от врагов. Котя, а у вас есть враги? Нет, у меня только друзья. Пошли. Эй, солдат, конечная! Котя, вы должны забыть того человека в доме. Нет. Но почему? Я прошу вас, сделайте это ради меня. Нет. Котя, вы не понимаете, чем это может кончиться. Я все понимаю. Вы не Икар. Какая разница? Я хочу вам добра. Нет, вы не Икар. Отпустите! Котя. Отойди! Отпустите! Вы Котя. Не Икар! Отпустите! Не подходи! Котя! Куда вы? Да постойте ж! Котя! Что вы делаете? Котя! Котя, дайте слово! Нет! Только честное слово! Нет! Котя! Нет! Отойди! Еще не поздно, дайте слово! Нет! Быстрее! Папа! Котя! Нет! Не надо, он обещал! Ну скажите! Нет! Скажите ему! Оставь его! Нет! Отойди! Стреляю! Ты меня знаешь, отойди! Бегите. Нет. Нельзя! Это нельзя! Подожди! Нельзя! Убирайся! Предатель! Нельзя! Не стреляй, нельзя! Это нельзя! У нас сегодня большой праздник. У нас новый театр и новая пьеса. Сейчас мы начнем спектакль. Правда, еще нет одного артиста, но он придет.
Он придет, я тебе знаю наверняка. И вот видите, я уже слышу его шаги. И вот видите, я начинаю. Оденьте, оденьте. Сейчас же.